не смогут нас готовиться к открытости смерти, быть победителем смерти. Идите в храм. Прикоснитесь к праздности воскресения Христова. И верите, посмотрите на людей. Они идут в храм. Как они изменены, как они наполнены этой радостью. Сами эти люди шли за другими людьми, которые узнали силу воскресения Христова. Узнали, что можно при этом жить и не бояться смерти. Я нам, такой человек, является наш батюшка, это сын. Он жил с Христом и готовился умереть, чтобы приобрести Христа. Для него смерть не была страшна, для него смерть была встреча с Господом, а с ним не страшна смерть. Мы видели это воскресшего Господа. Мы ощущаем, что все это подбиралось воскресшего Бога. И сюда, и безумный страх, что не знающий, что он пока воскресшего Бога. Делимся этой радостью. Радость умироносит. Радость кажется грешной. Радость всех наших сердец. Все это наступающие духовные радости. Жил Пасху, Вечного Бога. Всех вас приветствует наши победители. Мы финально сегодня с вами свечи. И только Мишевский вернувший наши сердца к восстанию. Такая радость. Огонь и шаг. Но он сиял. Вот это наш. Я испеча. Он счастье. Радости и молитвы. Я могу понесете домой, понесете войны, понесете силы, понесете страх. Я Христос, туда, и так верите. Вы ошибетесь туда, и встретите Христа. Thank you.